Автопробег, посвященный акции, был организован прихожанами храма преподобного Серафима Саровского, Центром патриотического воспитания «Ратмир», Объединением православной молодежи «Круг» и жителями города. Отправной точкой автопробега стал Анапский роддом. Здесь протоиерей отец Александр вручил сотрудникам роддома стенд с наглядной агитацией, призывающий к отмене абортов. Те женщины, которые призваны стать матерью, последний раз, пребывая в гинекологии, подумали, прочитали раздаточный материал, подумали о том, что жизнь своих детей нельзя убивать, а детей нужно рожать и воспитывать. Господь им подает это великое благо. Организованная группа автомобилей в сопровождении спецтехники проехала по центральным улицам Анапы. Останавливаясь на светофорах, участники акции рассказывали о целях мероприятия, призывая жителей города обратить внимание на проблему и бороться за жизнь каждого нерожденного ребенка. Конечной точкой автопробега стала площадь у стелы воинской славы. Здесь прошел митинг. Перед участниками акции выступили представители казачества, молодежного совета и православные священнослужители. Вот уже несколько лет подряд в Анапе работает центр материнства, который оказывает поддержку настоящим и будущим мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В Анапе есть этот центр поддержки материнства, где оказывается всемерная помощь проблемным, кризисным, беременным, будущим и настоящим матерям в любой кризисной жизненной ситуации. Предоставляется жилье, оказывается медицинская, юридическая, любая другая помощь, которая необходима в текущей ситуации. Акция «Неделя за жизнь. Михайловские дни» – это международный проект. Он проходит в России, Белоруссии, Украине и Сербии. Более 3 миллионов добровольцев делают все возможное, чтобы абортов стало меньше. В настоящее время проводится сбор подписей. До 1 апреля 2017 года их нужно собрать 1 миллион. Тогда в Государственной Думе примут на рассмотрение закон о полном запрете абортов на территории Российской Федерации.